Там начинается, когда Киевская Русь, вот самый сам там какой-то 800 какой-то год. В то же самое время в Великом Новгороде сидит будущий киевский князь. По-моему, как раз об этом Святослав или кто-то там, помню. Короче, Новгород, Великий Новгород и Киевская Русь была связана родственными узами. Если так разобраться, то эти два города имели какие-то кровные связи. Еще до Москвы. Так вот, мне интересно, я вчера сделала ролик про первую библиотеку Киевской Руси, которую создал Ярослав Мудрый, да, там получается, ну, в общем, 10-11 век, так? 10-11 век, там библиотека из каких-то изумрудов, алмазов, бриллиантов, бумага, там пергамент, боже мой, там эти ягняты, кожи ягнят, все, короче. Вы хотите, чтобы я сделала такой же ролик про Великий Новгород, потому что он такой же великий? Вот вы сейчас вот новгородцы ходите вот по городу своему убитому, опустошенному, стоящему на колени перед Москвой. Вы такие же крутые были, как Киевская Русь. Вы хотите, чтобы я делала ролики про Великий Новгород? Или вы забыли свои корни?